Сегодня вечером произошла авария с участием рейсового автобуса на трассе М-53. Автобус, принадлежащий автоколонне 1967, который двигался из Назарова в Красноярск, столкнулся с легковым автомобилем «Тойота». В момент аварии в салоне автобуса находились 14 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Их пересадили на попутный транспорт и отправили в краевой центр. В легковом автомобиле было 2 человека. Пассажир скончался на месте. По предварительным причинам ДТП произошло по вине водителя легковушки, который не уступил дорогу автобусу. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. По предварительной информации, значит, легковой автомобиль «Тойота» не предоставил преимущества движения рейсовому автобусу, двигающемуся по главной дороге. Допустил столкновение, в результате которого один пассажир автомобиля «Тойота» скончался. Водитель ссылается на то, что он педали перепутал. Я думаю, в процессе проверки данные обстоятельства будут установлены. В настоящее время об этом говорить, я думаю, рано.